Хлопную трубу почему-то все всасывается, а не выходит. Костян, у тебя движок наоборот стал работать. Серьезно? Дым просто всасывает обратно. Ой, блядь, это пиздец какой-то. Если дым обратно засасывается, то я даже боюсь предположить. Это что, блядь, это ли клапанам пизда? Вот, потому что как бы не должно обратно работать как бы тяга. Либо я даже не знаю, блядь, что там. Я в шоке. Он сейчас там, если еще грязи насосет, блядь, глушак. Давай, не баши ее нахуй назад, блядь. Так я уже нашел, на вперед тогда надо перелетиться обратно. Костян, когда ты будешь смотреть это видео, сидя дома в теплом кресле, скажи себе что-нибудь. Больше никуда не поеду. Алексей, а вы самому себе что-нибудь можете сказать? Тут у нас приступы ярости. Максим, может вам записаться на курс управления гневом? Хуярь его! И что, он тебе приедет сюда? Костян, кто? Он в лагере. А, тогда звони. Кто в лагере? Юра. Дай вперед чуть-чуть. Юра в лагере, он что-то уже. Да, да, да. Ты нахуй. Он вообще нас найдет, блядь, нет? Что? Да, блядь, команды же не было, ну ебаный в рот, а? Сука, поджигай нахуй. Мы, слава богу, Сань, на точке, на точке неизвестной находимся. Ты будешь сам действовать или по нашей команде, давай решим. Я слушаю. Вот и все, и сиди, и ну вы психовали, он тоже попсиховать решил. Что, блядь, пусть выйдет и психует. А ему там прикольней. Давай потихоньку назад, тихонько, без газа. Тихонько, помогите, потолкните. Лайкайте, ой, блядь. Ой, стой, мы сейчас толкнемся. Максим Викторович, ой, скажите самому себе, сидящему в теплом кресле и глядящему этот ролик, пару слов. Максим Викторович, никого не существует здесь. Бля, ты Владимир. Ты же это, Владимир. Блядь! Охуел, блядь! Я тебя держу. Ну что, ты записалась? Да. На YouTube.